Всем привет! Вы на канале За студию увлечений, и сегодня мы сделаем милого белого кролика. Для этого нам понадобится белый, немного розового и еще меньше черного. Давайте начнем. Берем белый пластилин. И делим его на части. Самая большая часть будет у нас голова. Поэтому кусочек делим примерно пополам. От головы отщипнем немножко для ушей. Вот, делим пополам. Эти будут кусочки для головы и ушей. Дальше у нас будет тело. Одна лапка. Вторая лапка. Третья и четвертая. Это будет тело. Еще отщипнем немного от головы. Это будет хвостик, самый маленький. Итак, давайте начнем. Скатываем в шарик самый большой кусочек. И придаем ему форму, вытягивая немного вверх. Возьмем немножко из кусочков для ушей, скатаем маленькие белые шарики, это будут щечки. Одна, вторая. Наметим, где у нас будет носик и глазки. Скатаем из розового маленький носик. Придадим немного треугольную форму. И это будет нос. Помещаем. Теперь берем черный и также катаем два маленьких шарика. И помещаем там, где у нас глазки. Раз. И два. Сейчас берем ушки и вытягиваем, придаем форму ушей. Одно ушко. И второе. Стараемся, чтобы они были одинаковые. Если одно немножко острее, то и у другого сделаем чуть острее. Все. Теперь одно ушко у нас будет чуть больше прижато к голове, а второе ушко будет немного торчать. Вот так. Вот такая голова получается. Слишком длинные не делайте, чтобы они не отпали у вас и не упали. Теперь переходим к телу. Катаем шарик. И немного вытягиваем. Вот смотрите. Вот такой вытянутый немножко. Получается. И теперь сделаем сначала передние лапки. Один шарик, второй шарик. С одной стороны делаем поуже. У нас получится вот такие кулачки. Один кулачок,
Второй кулачок. Вот где тело немножко сужается, мы с этой стороны приделываем лапки с одной стороны, с другой стороны. И сюда же на эти лапки мы поставим головку. Вот он будет спать на своих лапках. Заснул. Отдыхает. Вот так. Теперь сделаем задние лапки. Также. Сначала два одинаковых шарика. Проверьте, чтобы они были одинаковые. Немного вытягиваем. Только теперь у нас будет не кулачок, а ступня, поэтому мы немножко приплюснем. Вот. Снова вытягиваем. И чуть-чуть приплюснем. Теперь присоединим с одной стороны поближе и с другой стороны. Вот так, зайка, в разные стороны ножки у него. И сейчас делаем хвостик. Хвостик кругленький, можно его немножко остренький сделать. И помещаем ему хвостик на место. Вот такой веселый, смешной кролик. Сейчас можно сделать ему, если это девочка, бантик. Давайте возьмем розовый. Немножко перекрутим. Получается два треугольничка. И там, где ушко, прикрепляем бантик. Так. Если у вас есть белая ручка, ну, лучше подождать, когда игрушка просохнет, и поставить на глазик блик. Блики должны с одной стороны. Если нет ручки, то можно прям маленькие-маленькие белые шарики скатать и сюда прикрепить. А черной ручкой мы сделаем две реснички с одной стороны и с другой стороны. Еще поставим три точечки на щечках. Вот и бровки. Все, можно отправлять нашего зайку сушиться. Такой милый получился кролик. Вот такой милый кролик, зайчик, получился. Желаю вам творческих успехов. До свидания.